Добрый день, уважаемые садоводы! Сегодня мы хотим познакомить вас с серией овощей, серией семян овощей, которая предназначена для выращивания на балконе. Вот, если и зимой вас не отпускает эта страсть к огородничеству, то вот это как раз то, что вам нужно. В данном случае я хочу показать вам серию семян, которая называется «4 лета». Здесь подобраны сорта овощей, во-первых, низкорослые, во-вторых, те невыносливые, крепкие и со скорой отдачей урожая, то есть подходящие по всем условиям к выращиванию вот в таких достаточно стрессовых условиях городских балконов. Вот здесь у нас есть много интересного. Есть зелень, кориандр, есть овощи, вот острый перец, перец сладкий, огурчики, еще перчики, редиска есть. Есть даже земляника. Здесь вот в данном случае у нас не все пачки мы принесли со склада, просто чтобы вам продемонстрировать. Хочу показать, как найти эту серию в нашем каталоге. В печатном каталоге на 5-й странице есть раздел «4 лета». Здесь показано всего 6 сортов. А в нашем интернет-каталоге сортов гораздо больше. Сейчас я покажу вам, как их найти в интернет-каталоге. Заходим на вкладку «Семена». Просто наводим мышку, и вот сразу у нас выскакивают семена овощей. Нажимаем на семена овощей. Прокручиваем немножко вниз. И вот здесь вот видим популярные запросы для балкона. Нажимаю эту вкладочку. И вот тут вот выходят все наши доступные к покупке семена овощей для посадки на балконе. Вот сейчас в наличии 12 сортов. Когда можно сажать эти овощи? Если вы не используете дополнительную подсветку, то лучше сажать их ближе к естественному циклу, то есть в конце февраля, в начале марта. Если у вас есть фитолампы, то посадку можно начинать, ну, если вы хотите, прямо сейчас. В ближайшие дни мы планируем снять посадку семян с использованием нашего специального инвентаря. Ждите наших новых публикаций. Всем удачи!